под голосовое сопровождение своего сына. Под сопровождането на гласа на моя син, малкият му син е на 2 месеца и половина или 3 вече? Уже через неделю будет 3. След седмица ще направи 3 месеца. Павел, така се казва неговият син. Хочу посвидетельствовать вам, но прежде хочу помолиться. Прежде да ви свидетелствам, искам да се помоля. Если, Нелли, я буду где-то гнать, я ближе стану, вы мне локтем, чтобы я остановился, хорошо? И така, нека не ли от време мен да ме посръгва така до нея близко. Дорогой Господь, спасибо, что сегодня я на этой сцене могу свидетельствовать о Твоих чудесах. Благодаря Ти, Господи, че на тази сцена мога да разкажа чудесното свидетелство от Тебе. Благослови, пожалуйста, это слово, пусть Дух Святой говорит через меня. Благодарим Тебя за все и славим во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, благослови сега чрез Святия Дух Словото Си и в името на Иисус Христос. Казвам амин. Хочу с вами поделиться небольшой историей вообще вот моего как бы становления и роста в, ну, в духовном плане о своей первой церкви, в которой когда-то я, ну, скажем, был прихожанином. Искам така да ви разкажа малко за ранното ми, за ранното начало на моя християнски живот, когато ходих в църквата. Това беше първите ми стъпки в една църква. Это было в Белоруссии, в небольшом городе Лида, небольшая евангельская церковь. Вот сейчас на фото много людей, но когда я там было, ну, совсем мало. Разбира се, това е в белорусский град, не е много голям, казва се Лида. И сега виждате тук на екрана, че тук са доста хора, но тогава бяха много малко. Църковь также арендовала помещение. Там проходили богослужения по воскресеньям, то есть там на этом этаже был, внизу был ресторан, на этом же этаже была парикмахерская, строительный магазин, и в воскресенье там вовсю играет музыка, прославление. Я первый раз, когда пришел, удивился. И разбира се, това беше едно здание, където ние го така под аренда го бяхме взели, но отдолу и така отстрани имаше и ресторан, имаше и фризьорски салон. И когато дойдох и чух тяхното хваление, аз много се учудих на всичко това. А здание църкви находилось на окраине города, и многим, чтобы туда доехать, приходилось ехать с пересадками. Да, това здание се намираше почти в края на града, и за да отидеш там, трябваше да пътуваш дълго, т.е. и с прехвърляне. Это нам сегодня с вами хорошо, мы приходим в центр города, у нас здесь церковь, всем удобно добираться, близко, комфортно, правда? Тук при нас какво? В центра на града сме, удобно е, идваме и влизаме. А я вообще ездил в эту церковь из деревни, когда-то автобусом, когда-то на попутках, обратно все время на попутках добирался, потому что автобус там не останавливался. На мен ми се налагаше, нали, да се качвам понякога, така на автостоп. Автостоп, да бъда на автостоп, да отивам и да се връщам. У этой церкви получилась такая история. Они вообще 20 лет, 25 лет, по-моему, церкви, и все 20 лет они переезжали с одного места в другое. И се случваше така, че тази църква в продължение на 20-25 години се местеше от място на място. Да, и вот в этом здании, где сейчас вот фотографии вы видите, они были сначала на первом этаже. Но потом арендодатель, они сделали там ремонт, двери, окна поставили, все сделали красиво. Арендодатель пришел и сказал, вам нужно освободить это помещение, переезжайте наверх. Това, което виждате сега, това е едно помещение, където хората с усърдие, с жертви, са направили основен ремонт, сменили са доста неща, за да бъде приятно. И точно когато го завършили, трябвало да служат, идва собственика и казва, вие трябва да отстъпите, да напуснете това помещение. И когда они переехали наверх, там опять разбитое старое холодное здание, стены серые, дверей нет, окна все холодные. Ну вот, что значит, когда ты под хозяином каким-то живешь и служишь? Куда сказали, туда и пошел, нет ничего своего. Да, като нямаш нещо, което те е твое, се получава така. И отново са отишли в помещение, което е за ремонт, хладно, студено, прозорците, вратите разбити буквално. И 20 лет, получается, они молились за то, чтобы Бог им дал новое здание, свой дом, свою церковь, чтобы они уже больше не нуждались и не зависели ни от кого. И
Това ги принудило близо 20 години усърдно да се молят, за да им даде Бог помещение така, че да не се налага да се местят и да бъдат в затруднение. И в 2014 году эта церковь покупает новое здание в военном городке. И разбира се, в 2014 година се случва така, че те купуват едно такова здание и... под реконструкцию. Да, което също трябва да бъде реконструирано. Оно, конечно, не совсем новое. Здесь на фотографиях оно больше похоже на... как вот на фотографии с Чернобыля, наверное. Така като погледнем тук на това, което виждат нашите зрители, трябва да кажем, че прилича повече на здание след чернобилските събития. Но для Божьего дела, я думаю, что нет ничего старого, и все древнее прошло, и будет теперь только новое. Но за Божието дело няма нищо старо. Всичко може да се промени. Раньше на этом месте был... Вообще, это военный городок, там военные базы летчиков. Да, не преведух, че това се намира в военен град. Така, град за... Да, за военни такива, може би, заводи или... Это был военный музей, военный музей. Да, това може би е като военен музей. Да, и мне когда-то посчастливилось даже послужить в этом месте и тоже принять участие в, на первоначальном этапе в реконструкции крыши. Мы там вокруг заливали бетоном все. И разбира се, принудихме се... Вот да, ето го. Разбира се, ние бяхме принудени отново да реконструираме, да правим поправка, дори и... Точно, да. Наложи се така, че започнахме да заливаме с бетон. С бетон, да, буквално да изливаме плоча, бетонна плоча. Когда я был там и вот видел все это, все эти серые страшные стены, там, понимаете, там вот крыша протекала, и все внутри было мокрое, прямо до подвала. В подвале стояла вода. И като погледнеш тези страшни такива кадри, където буквално покрива течеше и всичко беше мокро, такова хаотично. Я думал, там нереально что-либо восстановить, и смотрел на все происходящее, думаю, ну ладно. И като гледах на всичкото това, си мислих, това е невъзможно да се поправи, да се реконструира. Да, но мы... Включая, Ксан, следующую категорию фотографий, да, мы занимались вот как раз-таки вот этой реконструкцией, и там начали потихонечку возводить крышу. И, както виждате вече, друг фото стука, виждаме реконструкцията, даже и покрива. Потому что пока не защитить здание от воды, смысл внутри что-то делать, ну, бесполезно просто. Трябваше да направим покрив, защото едно здание, което не може да бъде защитено от вода, то не е надежно. Да, годы шли, я уже уехал, сменил место жительства, я не видел даже, как они эту крышу сделали. Я просто периодически следил за фотографиями пастора в Фейсбуке, как здание преображается. И след като аз се заминах, много години нямах така известност за това и не знаех какво би могло там да се направи. Да, я был очень сильно удивлен, когда узнал, что в прошлое воскресенье наша церковь провела вот в этом здании первое свое служение. И трябва да ви кажа, че преди седмица разбрах, че тази моя първа църква там е провела своето първо служение. Оксана, чуть быстрее листай. Оксана, вот оно так выглядит сейчас. Малко по-бързо с кадрите. Они внутри этого здания сделали небольшое себе помещение. В това здание те са направили не голямо помещение, също отделно. Сделали там туалет, там минимально кухню, какой-то коридор. Направили са туалетните, малък коридор. То есть все самое необходимое для того, чтобы можно было в воскресенье прийти, прорепетировать, провести служение. Да, всичко най-така минимално, за да може по-нормално да проведат своето служение. Принимала участие вся церковь, вот сейчас на фотографии дочка пастора. Ето виждате тук момиченцето, дъщерята на пастора. Всичките са работили, всичките са приемали участие. Все, можно сказать, в основном сделали своими силами, материалы нашли тоже. Ну, короче, все в основном с Божьей помощью. Всичко через свои собственные усилия, средства, но не знаем, что это става само через Божья помощь.
Давай еще вперед, Оксан. Хайде по-напред сега Оксана да даде следващите кадри. Още, още. Вот он новый зал. Ето сега новата зала. Тя Давай еще. Хайде още веднъж. И вот это вся церковь, которая переехала из старого в новое. И ето цялата църква, която е дошла от старата, сега е в новата. Оксан, давай следующее. А кто знает, что это за здание? А кой от вас знае, кое е това здание? По-моему, нам вообще посчастливилось. По-моему, като че ли, тука сме малко по-щастливи. Я, правда, вот я там не был, и когда в чате сбрасывали фотографии и видео с этим зданием, я даже особо толком не смотрел, но у меня сразу внутри такое чувство, что вот точно наше. И макар, че не съм ходил там, не съм го видял, но когато погледнах на снимката, на фотографията, нещо вътре така подскочи в мен и се казах, а, тук нещо ще излезе. Да, и мы, конечно, не первый день молимся и верим, и уже множество вариантов рассмотрели и верим, что Бог для нас подготовил самое лучшее. И аз като го видях буквально, като така в сознанието ми видях няколко варианта, и си казах, че това точно е дадено от Господа. Това е наше. Пусть оно еще не достроено, и там, безусловно, нужно сделать много работы, но я думаю, что Бог приложит и финансы, и делатели, и все возможности для того, чтобы мы в ближайшее время тоже заехали. Нещо, че изглежда така, че има много работа по него, много още неща за отвършване, но аз съм уверен, че то ще стане добре. След време ще изглежда добре. Я вам хочу показать еще один пример. Оксана, давай следующую фотографию, если можно, сделай ближе. Още един пример, Оксана. На что похоже это здание? На какво ви прилича това здание, което виждате? Как вы думаете, можно что-то из этого сделать, слепить? Може ли от това нещо, което виждате, да излезе нещо? Давай дальше. Ближе. Тука подхвърлят кроварник. Они даже не стали ничего делать, они прямо в коровнике начали проводить служение. Те даже нищо не са направили и направо се вмъкнали в този краварник и започнали да провеждат своите служения. Это одна из самых больших церквей в городе Минск. Това е една от най-големите църкви в град Минск. Това е столицата на Белорусия. Да. Вот так выглядит сегодня здание снаружи и внутри. А ето как изглежда сега отвътре, особено отвътре. Возможно, будет возможность, я больше в следующий раз детально поделюсь о истории этой церкви и что сегодня там происходит, но я думаю, что вообще нет ничего невозможного, и слава Богу, то, что у нас сегодня есть такие возможности, ресурсы для того, чтобы мы могли заехать в свое собственное здание. Да, это всичко това, което ви показах, това е с цел да се насърчим, че това, което ни предстои, няма да ни оплаши и ще го довършим с успех. Да, большое спасибо. Благодаря ви.